Что ж, вчера в конце нашей лекции мы обратились ко второму посланию к Коринфянам, ко второй главе, стихам с 12 по 13. И мы с вами говорили о контексте этого текста. И сегодня я хотел бы, чтобы мы начали рассматривать сам текст. И вы помните о том, что Павел пишет о разделениях, которые были в церкви, в Коринфе. И уже в первой главе своего послания, а также во второй главе, он поднимает тему сравнения между мудростью и философией этого мира и христианской мудростью. И как мы увидели в 9 и 10 стихах 2 главы послания к Коринфянам, что христианскую истину нельзя познать так, как познают разные дисциплины в этом мире. Более того, Павел пишет о том, что эта истина недоступна для понимания обычного мирского человека, и человек способен ее понять только потому, что Бог открывает ее ему. И если говорить более конкретно, мы читаем в 11 и 12 стихах о том, что открывает ее нам Дух Святой. И уже затем, в 13 стихе, апостол Павел начинает говорить о природе Писания, о том, как это откровение дошло до нас, а именно через Бога и через Него. Итак, во второй главе, с 12 стиха мы читаем: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Что ж, апостол Павел продолжит эту тему в 14 и 15 стихах. В 9, 10 и 11 стихах он пишет об откровении. В 13 стихе он будет говорить о вдохновении. А затем, с 14 стиха, он будет говорить о служении Духа Святого, который помогает нам понять духовную истину, явленную и дарованную нам в Писании. Итак, что же Павел говорит нам об этой информации? 13 стих. «Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Я не знаю, изучали ли вы этот текст ранее, читали ли комментарии и толкования по этому стиху, но есть несколько экзегетических вопросов, которые возникают при рассмотрении этого текста. И я не думаю, что у нас достаточно с вами времени, чтобы рассматривать все детали и подробности. Но позвольте мне кратко резюмировать основные пункты, чтобы нам лучше понять то, что записано в этом конкретном стихе. Итак, Павел пишет в 13 стихе, говоря о том, что Дух Святой является, что и возвещаем. И здесь он говорит во втором лице, кого-то подразумевая, кого, кто возвещает вместе с ним. Есть разные варианты. Вполне возможно, что он имеет в виду не только себя, но и других служителей церкви в Коринфе. С другой стороны, он может иметь в виду других апостолов, которые были особыми посланниками, посланными самим Христом, чтобы провозглашать Его Слово. Некоторые богословы предположили, что второе лицо здесь подразумевает редакторскую форму написания. Когда вы пишете какой-то труд и хотите сказать о себе, вы не говорите «я сделал это» или «я думаю так». Вы пишете «мы полагаем» или «мы считаем», хотя на самом деле вы имеете в виду самого себя. Я думаю, что вполне возможно, что апостол Павел именно таким образом использует второе лицо, но все же это очень маловероятно. Если посмотреть на контекст этого стиха, то здесь речь идет о разделениях в церкви.
И в то же время, когда он говорит о природе и источнике христианской мудрости и о том, как она передается, то создается впечатление, что он говорит не об одном себе, что он также подразумевает тех, кому Слово Божье было дано, было открыто, и которые, в свою очередь, передали его другим. И хотя он мог подразумевать других служителей и иметь их в виду, когда он пишет «мы возвещаем», но я думаю, все-таки правильно будет предположить, что он также предполагает себя и других апостолов. Но если мы подумаем о том, что изначально он говорит о проповеди и учении, то вполне возможно, он подразумевает тех людей, которые несли служение проповедника или учителя в Коринфе. Что ж, следующая мысль. Павел пишет, «мы возвещаем». Что ж, под возвещением здесь подразумевается, конечно, проповедь. Это то, как Павел и другие апостолы возвещали Слово Божье. И вы можете задать такой вопрос. Неужели этот конкретный стих говорит что-либо о богодухновенности Писания? Ведь под богодухновенностью понимается, что откровение, посланное Богом, записывается, чтобы другие люди могли прочесть, а Павел не пишет о письменной форме откровения. Он пишет «мы возвещаем». Что ж, я уверен, что Павел подразумевает проповедь, но я считаю, что неправильно будет полагать, что он не подразумевает и письменную форму откровения. Если вы помните, что говорил Петр на эту тему, когда он писал, что святые мужи Божии изрекали, то там совершенно ясно, что если рассматривать тот текст в контексте первой главы второго послания Петра с 19 стиха, то там и речь идет о пророчествах Писания. И там не сколько подразумевается проповедь, устная проповедь, сколько письменные пророчества, о них говорил Петр, которые были изречены святыми Божьими, движимыми Духом Божьим. Поэтому и в случае Павла, не забывайте, что именно этот Павел также написал второе послание к Тимофею, 3 главу, 16 стих. И именно он автор послания к Коринфянам. И хотя он написал его ранее в своей жизни, чем послание к Тимофею, тем не менее, я думаю, совершенно верно полагать, что когда вы посмотрите на детали, особенно на 13 стих, и посмотрите, как составлено Писание библейскими авторами, то согласитесь, что Павел не хочет, чтобы мы не включали сюда то, что написал он и другие апостолы, и что стало частью Писания. Хорошо, но что же он говорит по поводу самого процесса? Павел пишет, вот в этом стихе, который мы с вами прочитали, что «и возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами». И мы понимаем, почему он так говорит в свете 9, 10, 11 стихов. «Но изученными от Духа Святого». Вот заметьте, как интересно об этом написал апостол Павел. И, может быть, на первый взгляд вам это и не кажется настолько интересным, но позвольте мне поделиться с вами, почему для меня это интересно. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.